Добрый день, дорогие мои! Сегодня у меня курочка за одну минутку. Вот так я ее делаю. Курочку. Кашрут никто не отменял. Так, размороженная курочка. Так, посолить. Поперчить. Приправа для курицы. Вот такая. Вот такая приправочка для жарки. И в духовке тоже хорошо для мяса. Так. А так. Маслица от канола. И вот так я размешаю. Теперь беру я противень. Бумага здесь стелила. И эту курочку выложила. Так, это, конечно, пошли уже овощи. Немножечко я тут подложу. Свекла. Вот такая курочка у меня получилась. Вот это я положил бурачок сюда. Капусточка. Все прожарилось. Вот 30 минут и все готово. На тарелочке лежит. Вот и ждет меня. Всем приятного аппетита. Пока-пока.